Тема действительно очень актуальна. Как мы понимаем, многие гидротехнические сооружения являются стратегическими объектами. И как не раз говорили, вот те люди, которые проживают так или иначе в этой близи, опять-таки сталкиваются с определенными рисками. Почти 40% гидротехнических сооружений не имеют паспортов в Казахстане. 537 объектов нуждаются в ремонте. В целом в стране работают свыше 1500 подпорных гидротехнических сооружений. Из них 405 водохранилищ, 247 дамб и больше 450 плотин. В республиканской собственности свыше 300 объектов, в частной 230, 7 бесхозных объектов.